Ну вот, у нас выезд в леса и в город перекрыт напрочь. Выкопали такую канаву. Сначала была одна яма вблизи выезда из гаража. Теперь прорыли вон туда. Вон там что-то делается. В общем, капитально. Очень даже капитально. Делается все это. Это уже 10 дней, наверное, происходит. Теперь они добрались. Вот был выезд. Два раза съездили в лес, на озеро. И вот за это время тракторов нагнали. Теперь роют яму дальше. Там канализация. Черт, и что делается, не знаю, когда теперь зароют эту яму. Неизвестно. Привет. Привет, привет. Ой, как весело, как весело. Мне не весело. Мне даже страшно смотреть на это все. Ой, они чего-то там шумят, им что-то не нравится. Там колодец такой большой. Вот бузина здесь растет, мне сломали. Хорошо иметь гараж, но бывают в жизни огорчения. Ладно, можно пешком сходить на Днепр, можно даже в парк, можно пешком, центральный Лопатинский сад, и на Блоне, центр города можно пройти пешком, а можно на маршрутке. Но маршрутку я не люблю, толкотню всякую. Ой, да, печально, на озеро не попадем. Все. Что ж они там такое шумят? Пойду-ка посмотрю.